Друзья, всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале об одежде из секонд-хенд. Меня зовут Марина, я живу в городе Челябинск. У нас наступила зима, снега, правда, еще нет, но очень холодно. Было тепло, а потом просто раз и стало холодно. Я к такому повороту совсем не была готова, и мне очень сложно. Сегодня в своем обзоре я вам покажу пуховики, шубы, джемпера, брюки, все, что я нашла в зигзаге удачи, а также в мегахенде. На мне сегодня пуховик тоже из секонд-хенда. Это Massimo Dutti, капор, handmade, мое производство. Я когда-то увлекалась вязанием, поэтому у меня очень много вязаных головных уборов. Устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. И первым сегодня будет это пальто от Electro Style. Отличное состояние, оно просто было как новое. Качество просто превосходное, и цвет тоже очень мне понравился. Это джемпер Massimo Dutti из 100% кашемира, у него был дефект, но я его взяла. И еще этот джемпер был зачем-то ушит по бокам, я его расшила, и он мне стал свободнее. Жилет Moncler, но скорее всего это не оригинал, но все равно купила. Это блуза из 100% шелка, цена у нее была 350 рублей. Я ее купила для своей заказчицы, хотя сейчас не сезон, но шелковые блузы тоже есть. Это Armani с шнурками по бокам. Если честно, мне такой стиль не очень. Это Ralph Lauren Sport, купила для заказчицы, цена 350 рублей. О, это футболка, у нее в составе шерсть и кашемир, стоила она 500 рублей. Ну, конечно же, купила с таким составом, мне кажется, просто невозможно оставить в магазине. Tommy Hilfiger, 500 рублей, и это кардиган из хлопка. Это пуховик от Marc Cain, я его купила на максимальной скидке за 300 рублей, по-моему, или 350. Ну, в общем, каких-то прям он копеечных денег стоил, и качество потрясающее. Это Max Mara, немножко он такой подзатертый, но он еще послужит, и причем очень долго может служить. Цена у него изначальная была 750 рублей. Это брюки And Other Stories, стоили они 1000 рублей, но я их купила на скидке. Высокая посадка, немножко они расклешенные, ростовка не моя. Купила еще вот эту толстовку. Кстати, рукава у нее из 100% шелка. Такой оригинальный стиль, можно сказать. Платье Стефанель, цена 750 рублей. Бирки составом не было, но на ощупь это, скорее всего, вискоза, возможно, с полиэстером или с добавлением еще немного шерсти. Это жилет Uniqlo, стоил он 1000 рублей, купила его в день завоза. Размер L, очень редко попадается этот размер, в основном все XS, либо S. Блуза из 100% льна, стоила она 750 рублей. Я купила ее тоже на завозе, очень такая яркая, сочная, летняя, с цветами. И это тоже лен, тоже купила на заводе, цена ее была 500 рублей. Это кофта Люсио с капюшоном, состава не было, но очень приятно, скорее всего, с добавлением шерсти. Цена ее была 500 рублей. Бенетон, 100% шерсть, даже немножко колючий. Размер на 48-50, и его тоже купили. Очень классно, у Бенетона шерстяные вещи, мне нравятся. Это кофта Massimo Dutti, я тоже приобрела ее. Цена была, по-моему, 500 рублей. Это накидка из рами, то есть это материал из крапивы. Цена была 750 рублей. Ну, купила, да. Купила. Воланчик, смотрите, какой он пышный, как его много. Это 100% шерсть, и, по-моему, это Франко Каллигари. Жакет из
бархата, такой темно-синий. Смотрите, лацканы как отделаны, красиво. И цена у него была 500 рублей. Блуза из 100% шелка, размер примерно на 44-46, тоже не часто встречается. Ее, да, купила одна из заказчиц, которая давно такого хотела. Это жакет Бенетон, скорее всего, тоже из шерсти. Цена у него была 350 рублей. Вот еще вам одни воланчики. Бренд я не помню, но на ощупь это прям чистый кашемир. Кашемир невозможно ни с чем спутать, он настолько мягкий и пушистый. Это у нас Uniqlo. Uniqlo, у него рукава летучая мышь, такие прям свободные, классные. И 100% хлопка, и цена 500 рублей. Это джемпер тоже из хлопка. 500 рублей он стоил. Да, я его купила для своей заказчицы. Этот пуховик мы нашли на скидках. Он такого, знаете, зеленого цвета хаки. Мне пришлось даже за ним возвращаться. Цена его была 750 рублей. Полушубок из мутона с воротником из чернобурки. Но он остался в магазине. Цена у него была, по-моему, 2500 рублей. И это тоже было на скидках. Дубленка, отрезная талия, ростовка не моя, видите, как бы низко талия сидит, поэтому брать не стала. А воротник из норки. И состояние, кстати, что воротника, что дубленки было просто замечательное. Я купила для заказчицы эту дубленку, она двухсторонняя, а цена у нее была 2500 рублей. Такой тигровый окрас, состояние, ну, нормальное. Я не скажу, что отличное, но хорошее. Это пальто от TJ Collection. У него такие жемчужные пуговицы. И цвет, он переливается на свету. Это я уже дома потом заметила. Очень красиво. Цена его была 750 рублей. А это пальто. Тоже электростайл. Только получается, оно новое. Прям абсолютно новая, цена была 1500 рублей. Эту потрясающую норковую шубу я купила, у нее изначальная цена была 5000 рублей. Рукава укороченные, очень мягкая, скорее всего, шита где-то на заказ и в отличнейшем состоянии. Дубленка, верх натуральная кожа, а внутри овчина белая. Можно вот так вот сделать английский воротник. Ну, смотрится очень классно. Не знаю, будет на скидке, может быть, куплю себе, хотя места в шкафу мне уже не хватает. И сейчас я вам покажу вещи, которые не купила, но примерила. Это халат из 100% шелка. Я его не купила, но на кассе я уже видела, как мужчина его забирает. Цена халата была 750 рублей. Это Penny Black. Бархат или вискоза это было со вставками из шелка. А это платье Uniqlo. Платье толстовка, я бы так сказала. Это 100% хлопок. И цена была 750 рублей. Следующая вещь тоже будет от Uniqlo. Это пуховик. Размер был M. M или S. Цена у него была 750 рублей. Тоже в хорошем состоянии, но остался в магазине. Ветровка манго, стоила она 1000 рублей, тоже в отличном состоянии. Очень много вещей сегодня я показываю, которые были прям в потрясающем, хорошем состоянии. Так, а эти вещи я купила в Мега Хэнди. Это рубашка марка Поло, такого приятного кисельного цвета. Цены в Мега Хэнди я уже прям совсем не помню. А это Hugo Boss из хлопка с такой обработкой сверху, как металлической. И этот жакет из 100% шерсти я тоже купила. Он стоил в районе 300 рублей. В Mega Hand я всегда хожу на скидки 70, 80, 90, очень редко процентов. Хожу на 90, потому что много народу. Это жакет от Hugo Boss. Но я его не купила, а потом через 2 недели я его опять увидела. То есть его никто вообще не купил. Это Гэри Вебер, такая легкая кофточка. И последняя у меня будет юбка от Марко Поло, хлопковая. Я ее тоже купила.
Друзья, спасибо, что провели со мной время. Желаю продуктивной рабочей недели, отличного настроения и хорошей погоды. Также много снега, как на фотографии. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!